Уезжай, уезжай, их там четверо. Полицейский департамент Лос-Анджелеса. Прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Полицейский департамент Лос-Анджелеса. Прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Полицейский департамент Лос-Анджелеса, немедленно остановите машину, иначе мы откроем огонь. Не тарай меня, блин! О, черт, нам надо остановиться вместе с вами. Стопайте машину. Взятку взять. Не тарань меня. У меня времени нету, блин, я сейчас потеряю. Полицейский департамент Лос-Анджелеса, немедленно остановите машину, иначе мы откроем огонь. Султан, не тарай, не надо тараить. Полицейский департамент Лос-Анджелеса, немедленно остановите машину. Ты меня таранишь, да? Ты хорошо думаешь головой? О, боже мой. О, боже мой, что тебя ждет? Что тебя ждет? О, боже мой, что тебя ждет? Что тебя ждет? Ты не представляешь, что тебя ждет. Ты просто не представляешь. Давай, 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 убей меня, давай, убей меня. Давай, стреляй. С машины выходим. Молодцы, молодцы. Попросил, я сделал. Давай, давай, работай дальше. Сейчас будет весело. Здравствуйте, молодой человек, я являюсь сотрудницей OSPD. Фамилия, имя, отчество. Я показала удостоверение на уровне глаза. Вот меня Монгрид. Молодец, Мона. Что случилось? Вы задержаны по статье 17.6. Проедем с нами. Что такое 17.6, я не понял. Поехали, давай, сажай меня в машину. Как ты меня посадишь? Как ты меня посадишь, спрашиваю? Молодцы, ребята, молодцы. Давайте, работайте, блин. Да тише будь. Сам тише будь. Ты с кем разговариваешь? Тише будь. Кто говорит? Кто говорит? Ты меня вообще-то волновать не должна. Кто говорит? Молодец, сотрудник, молодец. У тебя вообще целый бонус. Молодец. Да, еще что скажешь? Да, вы имеете давай, право давай. Хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Также вы имеете право на один телефонный звонок на одного адвоката. Если вы не можете предоставить себе услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством совершенно бесплатно. Адвокат имеет право присутствовать до и во время допроса и отстаивать ваши интересы. Вам ясны ваши права? Нет, не ясны мои права. Еще раз. Хорошо, давайте еще раз. Вы имеете право на телефонный звонок на адвоката частного государственного. Также имеете право хранить молчание. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, повторяюсь, вы имеете право на государственного адвоката и имеете право, чтобы адвокат присутствовал до и во время допроса. Че ты крутишься? Ты можешь ехать нормально? Или тебя учить? Сотрудничек! Я с кем разговариваю? Сотрудничек! Ты не понимаете, я за рулем еду. Сотрудничек, я с кем разговариваю? Тебя учить, что ли? Водить, что ли? Я не понял. Ой-ой-ой, что-то колеса полетели, да? Что такое, сотрудничек? Колес нету, бедненький, а маленький. Он не засейвит тебя. Миленький. Кто Кент? Ты знаешь хоть кто он, блин? Я не знаю, кто он, успокойся. И не учи меня, что делать. Аккуратней, пальцы не сломай. Давай в машину сел, быстро поехали. Сел в машину, сказал, сотрудничек. Да успокойся ты. В машину сел, поехали, молодец, послушный мальчик. Давай, поехали, поехали. Закрой рот свой. Еще раз скажи это, еще раз скажи, мне нравится, давай, давай. Мне нравится, как ты общаешься, мне нравятся такие, как ты. Аккуратней, аккуратней, что-то маникюр не сломаешь. Давай, поехали дальше. Че ты на месте сидишь? Быстро поехали, сказал, на газ нажми. Алло, ебальник свой скрой. Что? Мона, как ты учишь своих чупа-чупс, я не понимаю? Не понимаешь, что я тебе могу так отвечать. О боже мой, о боже мой. Ну ты красавчик. Ну ты красавчик. Мона, как ты учишь своих этих чупа-чупс? А как тебя зовут? О боже мой. Как? Мона. Мона, как ты учишь этих? Как ты их учишь? Ну ненормально, ненормально учишь. Он без колес вообще ездит, нормально вообще?
Тебя что, блин? Что ты, какое АЗС? Ты должен такси вызвать или пешком прогуляться. Ты что ты делаешь, сотрудник? Алло, рот свой скрой. Ты нормально общайся со мной, понял? Подошел. Я буду общаться так, как нормально общайся со мной, сказал. Ты нормально общайся со мной. Один полетел. Сейчас и другая полетит. Сами разберутся. Ну конечно. Да, давай. Слушай, я желаю на 5 минут посадить, или нет? Я понимаю. Минус два. Вы на кого напали, чупа-чупсы? Вы на кого напали, бэй? Не ваш уровень, дети мои. Не ваш уровень, блин. Оба полетели в Деморган. Боже мой, откуда они берутся? Сейчас их откину, этого откину за ПГО. За НРД вождение, они без колес вообще фигачат. Сейчас я откину за ПГО. Вообще, куда они лезут, бэй? Они вот не понимают, что... чупа-чупсы. Сейчас будет. Заткнись, Хиромитори, вообще черепка боссаная. Есть тут модератор? Если есть, дайте ему мут. Если нет, сейчас я сам зайду. Этому дам. Зашел тоже мне тут обиженка. Пошел отсюда вообще черепка, блин. Тебя не спрашивали. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня не слышали, да? Не, я вас не слышал. Спасибо большое. Приятной игры. Да, спасибо.